Валентина Васильевича Конакова не стало 27 января. Он ушел после продолжительной болезни, с которой боролся до последнего. В свои 79 лет он упорно сохранял присутствие духа, твердость и удивительную интеллигентность. Колоссальная потеря для нашей республики кончина Валентина Васильевича Конакова. Человек незаурядный, человек талантливый, умница, мудрейший человек. За чашкой чая он рассказывал самым близким друзьям об отце, который в год его рождения ушел на финскую войну, потом оказался в окопах Великой Отечественной и в 45-м погиб в Венгрии. Отец всегда оставался для него нравственным ориентиром, говорят друзья и близкие. Тяжелый крестьянский труд и ответственность за семью сделали его твердым и способным держать удары судьбы. В 1993-м он занимает пост полномочного представителя президента Ельцина в Мордовии. 7 лет вместе с Николаем Меркушкиным он налаживает диалог между республикой и федеральным центром. А в 2000-м работает в региональном правительстве в статусе вице-премьера социального блока. Рафаэль Аширов тогда возглавлял Министерство здравоохранения и сейчас говорит о том, как удалось пережить пору безвременья. В тот период финансирование нищенское было. И со стороны федерального правительства получали мы мизер. У себя у нас не было своих бюджетных средств, которые мы могли бы заработать в тот период. Голая нищета. А вот Валентин Васильевич, я не помню, чтобы он в тот такой тяжелый момент повысил на кого-то голос, был раздражен или, значит, каким-то образом давил на министров, понимая, что от министров не все здесь в данной ситуации зависит. Надо помогать, если можешь помочь. И он, насколько можно, это делал. После смерти Валерия Кечкина Валентин Конаков возглавил Государственное собрание. Законодатели единогласно избрали его спикером. При этом он сохранил удивительную простоту и доступность. Это короткое интервью мы записали с Валентином Конаковым в 2011-м. Тогда он рассказал нам, как познакомился с Юрием Гагариным. Как будто вчера все это было. Но день 12 апреля 1961 года, он был просто потрясением каким-то. Вы знаете, вот после появились улыбки. В январе 2012-го Валентин Конаков покинул госсобрание и вернулся к науке. Он давно мечтал об этом, но смог осуществить свое желание только в НИИ регионологии. Научно-исследовательский институт изменился с его приходом, говорят ученые. Про таких людей, как Валентин Васильевич, говорят, человек с большой буквы. Про таких людей говорят человечище. Такие понятия, как совесть, благородство и достоинство, для Валентина Васильевича были не пустым звуком. И наш коллектив скорбит по поводу утраты такого человека, как Валентин Васильевич, являющегося для нас по сей день учителем, наставником, коллегой. Глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича Конакова выразил специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов Николай Меркушкин. Валентин Васильевич Конаков многое сделал для развития Мордовии. Он внес большой вклад в формирование политики согласия, порядка и созидания. Его отличали мудрость, внимание к людям и преданность интересам дела. Ушел из жизни талантливый, неравнодушный и светлый человек, посвятивший себя служению людям. Прощание с Валентином Конаковым состоится 29 января в здании Русского драматического театра в Саранске. Валентин Васильевич Конаков будет погребен на Саранском кладбище номер 2. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости.